Всем привет-привет! И с вами снова Лена Фрост. И я безумно рада, что выходит новый выпуск о ремонте. А это значит, что мы потихоньку двигаемся к намеченной цели. Вы сами все увидите, что сделали, как делаем, на каком сейчас этапе, какие у нас успехи. Так что всем приятнейшего просто просмотра. Поддерживайте нас, смотрите наше видео. Я вас всех очень сильно люблю. Оставайтесь вместе со мной и смотрим наш новый выпуск о ремонте. Ну что ж, покрасила я наш забор весь, причем и даже сетку красила. Вот видите, даже сетка покрашена. И столбики мы решили сделать беленькими, выделить. Вот, ну как-то обновили, немножко красивше стала территория, поэтому, ну пока на первое время вот такая вот красота. Мне, кстати, нравится очень. Потому что зеленая там меня раздражала очень. А у нас на втором этаже работа кипит. Точнее, не у нас, а у Толика. Заделал он, видите, уже полностью утеплителем эту стену. Эту стену уже полностью зашпаклевал. Эту стену тоже заделал. Все, видите, красота какая. И теперь он на утеплитель ложит армирующую сетку. И сверху ее приклеивает. Вот. И потом сверху все это будет шпаклеваться. Вот. Так что потихонечку все идет. Тут вот она сетка в таком рулоне. Вот здесь, видите, он уже сделал ряд. Вот. Вот так вот у нас. Как всегда, погода замечательная. Передай привет телезрителям. Ставьте пальцы вверх, да? Два. Вот, вот какой он молодчина. Вот то, что он делает здесь. В общем, пока мы с Ливочкой полим нашу картошку, потому что в недельное отсутствие она вот заросла. О, как ужасно. Ладно, мы полим. Сейчас у меня кофе-пауза. И, кстати, клубник этот цветет. И, по ходу дела, уже будут скоро клубниченки, потому что уже на некоторых есть зеленые ягодки. Поэтому, возможно, уже будет в этом году клубника. Хосты мои прижились. Даже расцветает. Вот такие вот красивые. Ну, а пионы погорели немножко. В этом году пион не будет. Еще что мне не нравится, что у нас, видите, из дерева вот такие вот, ну, я их называю носики. Падают их очень много. И кажется, вот что прям все в траве. Но на самом деле это в этих носиках. Вот. Такие дела. Ну, а я сейчас попью кофеёк. Ну, и дальше продолжу. Заодно загораю немножко. И заодно и работаю. Привет! Поднялась к Толику тут наверх. А он занимается здесь делами. Смотрите, какой он загорелый на фоне белого. Ладно, что же, мы же купили гипсокартон. Да, мы купили. Мы купили вон два баллона пены, три, короче, баллона пены. Самое главное, что мы купили, не его. Это вот. У-ху! Вот так вот. Шуруповертая работа. Теперь Толик может работать день и ночь. Но не хочет. Да ладно, шучу. Так вот, чем же занимается Толь? Мы полностью уже дообшивали потолок. И теперь перешли к вот этим, ну, кукушатникам. Мы их так называем. Да? Кукушатниками? Да. Да. Вот. Мы их обшиваем сейчас гипсокартоном полностью, чтобы они были ровные, красивые, потому что они все кривые, страшные. И потом сверху будем шпаклевать. Да? Да. Вот, сверху будем шпаклевать. И вот эти балки, вот эти балки тоже, вот там видно, как Толик уже обшил.
эту штуку. Еще он потиху делает еще и откосы. Тут у нас образовалась там огромная дрень, вот он ее запенил. И уже все аккуратненько так подрезал. В общем, Толик не стоит на месте. Работает в поте лица. И вот сейчас остались эти маленькие детальки, которые, блин, самые такие... Занимают больше всего времени. Да, которые самые сложные, занимают больше всего времени. Вот, и он занимается, делает вот, молочиночка. Не, математические способности пригодились. Треугольнички, квадратики чертим. Потому что вот здесь он тоже очень много где слеплял, видите, очень маленькими такими квадратиками, чтобы хватило тютельку в тютельку. Вот. В общем, муж просто прекрасен у меня, молодец. Пока я ничего не делаю. Да ладно, нет, шучу. Ну, я реально ничего не делаю. Я на первом этаже. Мы все перенесли в эту маленькую комнату. Купили еще вот пистолет под... баллон. И купили еще очиститель для пистолета. Под баллон. И еще покажу, что мы купили, но это уже на первом этаже. Но там осталось там мешки. Вот. Такие дела. Строительные карандашики купили. И купили маленький уровень. Только я не знаю. А, нет, вот он. Ну, маленький уровень мы купили в этом. В три цены. Такой чисто. Но показывает правильно, поэтому нам для работы очень-очень нужен, потому что у нас большой. Вот. Ну, малярная лента тут тоже куча ее покупали. Сняли батарею. Под батареями тоже Толик шпаклюет. И сделал вот такой вот бордюрчик, да, потому что там у нас кирпич, он аккуратненько выровнял. Все это аккуратненько зашпаклюется тоже. Все будет очень красиво. И обратно батареи на место повесится. Да. Ну, а как Толя работает, можно, конечно, смотреть вечно. Конечно. Погода сегодня на улице дождливая. Но вид, конечно, из окна прекрасен, несмотря на наши грязные окна. Я их не мою, потому что еще рано. Значит так, еще мы купили клеевая для плит, ей хорошо очень выравнивать, очень удобно, вот два мешка по 25 килограмм, и купили еще, да, и купили еще шпаклевку финишную белую, первый раз такую, кстати, берем, никогда не брали 20 килограмм, тоже два мешка. И самое главное, что у нас появилось, это, конечно же, вы видите сзади дверь. Та-дам! Дверь купе закрывается. И вот такая вот красота получается теперь. Вот откуда я делаю фоточки с коридора, с нашего большого зеркала огромнейшего. И вот отсюда я каждое утро фоткаюсь. Вот. Но дверь, конечно, классная. Как я уже сказала, купешная. Такая же дверь, как у нас в санузле. Стекло, ну и вот такая вот обычная ручка. Вот. Ну, а здесь у нас мини-гардеробная. Аккуратно сумочки лежат, все сложено. Там обувь, духи, ну, котел. Вот. Чтобы все это спрятать, теперь вот такой дверь. И очень красиво, ничего не видно, все аккуратно, мне очень нравится. Вот. И, кстати, теперь эти стены, мы к ним привыкли, и довольно-таки неплохо смотрится. Постепенно делаем, постепенно ремонтируем, в общем, движемся, движемся, движемся. И скоро у нас будет огромная-огромная-огромная доставка с 21 века. Я вам все там покажу. Как говорит мой муж... Всем привет, с вами Лена Фрост. Смотрите, что нам привезли. Толь, так сказала? Да. А что же нам привезли? Ничегошеньки. Ничегошеньки, правильно. Почти ничего. Да нет, ладно, нам привезли, на самом деле. Сейчас мы вам все покажем. Очень много чего. Да. Давай. Итак, первым делом нам привезли стулья.
4 штуки. Белые. Мы еще не открывали, не смотрели, поэтому... Кайф. Сказали, 3 дня есть на то, чтобы просмотреть все это. Если что, вернуть. Мы заказывали в 21 веке. Да. Вот, у нас здесь 2 стула. Ну и снизу коробка, тут тоже 2 стула. Угу. Дальше сказали, вот это... Обеденный... А, тут нету картинки. Обеденный стол. Обеденный стол. Это, я так понимаю, сама крышка, потому что ножки вон. У нас вон там дальше. Mm-hmm. Далее нам сказали, вот это. Это кровать. Да. Изголовье. Вот это основание, изголовье или что там? Изголовье. Изголовье, да. И вот дальше лежат основания и все сборочные эти элементы какие-то. Ваше мнение, что вы сейчас будете делать? Спать. Совершенно правильный Неверно, ответ. Но... Правильно. Ставьте Толику плюс за то, что нужно спать. Нет, вы куда ушли? Ну, а стол не будем собирать? Будем! Расканцелярский. Давай. Добрый вечерок. Добрейший. Добрейший. А, Толик у нас будет... Конструктор собирать. Собирать конструктор. Ой, лего собирали в детстве? Вот у нас там лего, только взрослые. Да. Он будет собирать стол. Мы его раскрыли. И вот дополнительная деталь. Ну, что вы нам скажете? Скажу, что ноги огроменные. Ступоры вот такие вот. Как, не ступоры, ступоры. Да? Ступоры. Ну, ступор это я, а есть стопоры вот такие вот. Да, он раздвигается, короче, получается красота. Вот сейчас Толик установит нам ноги, мы поставим стол. Ну, это не точно. Не с той стороны. Ты его установишь. Я просто посмотрела видеообзор, и я теперь все знаю. Вот. Я просто на Лену засмотрелся. Спасибо. Вот. Ладно, все сделаем и посмотрим, покажем, как же это будет. А главное, без Лео никуда, правда, Лео? Передача все та же. Конструктор Лего. Толя в прямом эфире, в главных ролях. Что вы делаете, Толь? Ничего. Ножки. Что, вы не видите, да? Да, он будет теперь собирать стулья. Стол мы собрали. Только не показали и не будем показывать. Да, попозже уже поставим стулья и покажем стол красивый. Надеюсь. Вот. Толик собирает, в общем, ножки. О, ножки, стул. Вот. Ну, а кровать, к сожалению, мы уже будем собирать в другой раз, потому что нам пришел плохой матрас. Мы его заменили. Вот, ну, а сейчас пока стулья. Смотрите нас, не переключайтесь, правда, Толь? Совершенно верно. Помахай всем ручкой. Все ждут только тебя. Все, ладно, смотрите. Так, Толя уже... Толя чай. Будет уже чай за новым столом и с новыми стульями. Пока поставили вот так вот. Не знаю, я очень так хотела поставить, но у нас дилемма, что остается маленькое место. Но в принципе, вот, ну, как бы я прохожу, ну, вот, нормально, удобно. Но непривычно, потому что стол стоит по-другому. Вот. Купили пленку в светофоре, потому что жалко реально белого стола ушатается буквально за неделю, наверное, да? Ну и стулья вот такие вот красивые. Кожа, рожа, все дела. Такие прикольные. 4 стула. Еще купим, ну, 2 табуретки, наверное. Да, Туль? Не факт. Я вообще не готов. Он не готов. Но... Я не был готов на стулья. Да, ну вот так вот все смотрится. Красота красотецкая. Может, еще поменяется стол? Это еще не окончательный вариант. В общем, собрали кровать. А на часах уже... Сколько у нас? 0.04. Видно. Вот. Собрали кровать, положили пока так, потому что матрас еще не пришел. Матрас должен прийти завтра. Мы положили пока наш старый матрас. И посмотрите, насколько он короткий. То есть еще смотрите, какое спальное место. Тут 3 человека поместится. Ну, в общем, пока что так. А потом доделаем спальню и перенесем уже кровать на 2-й этаж. Вот. Единственный минус, что мне не нравится, у нас сдвинулась тумбочка, и теперь она вот так вот торчит.
Мне это, конечно, не очень нравится, но что поделать, это все временный вариант. Но зеленый цвет, конечно, на камере он темнее, в жизни немножко светлее. Вот он. Такая вот красотень, красотецкая. Пока будет так, будем кайфовать. А у нас снова доставка. И наконец-таки нам привезли матрас. Ура, ура, ура. Толик, он его распаковывает. Та-дам! В общем, вот матрас. Та-дам! Класс, мне нравится. Совсем по-другому смотрится. Он прям так огромный, такой большой. А, значит, матрас. Ортопедический, фирма Vegas. А, серия Profit. Ну, 1,80 м на 2 обычная, да. Вот, там есть Smart, есть Profit, есть еще какие-то, короче, куча линеек. Вот мы выбрали именно Profit, он средней жесткости, там бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Кстати, совсем новенький, 19.06. А у нас с вами 25.06. Прям свежачейший нам предоставили матрас. Сегодня были в магазине и купили вот две вот такие вот табуреточки. Смотрите. Прям неплохие такие. Купили в светофоре, самые обычные. Мне нравится, что одна на одну может так ставиться. Вот нам для того, чтобы подставлять к нашему столу две для гостей. Полностью хватит. Я очень-очень довольна. И еще купили обои. Обои вот такие вот. Не знаю, как вам здесь показать. В темном освещении они по-другому светятся. Точнее, выглядят в светлом вот так вот. В общем, такие довольно-таки неплохие обои. Классные. Вот, видно при таком освещении. Видите, какие они чуть-чуть уже другие. Там переливаются серым, фиолетовым, голубым. В общем, такой, такие симпатичные. Это мы купили в спальню. 3 трубки. Я надеюсь, что нам хватит. А еще мне прям очень-очень нравится, как смотрится стол вот в такую вот солнечную погоду. Вообще так красиво, так светло. Там ноутбук. В общем, красота. Очень довольна. В общем, очень красивый. Ну, в общем, белый — это, конечно, моя любовь. Ну, и солнечная сторона наша. Телефон так не передает видео, но я прям довольна, очень красиво. Надоест так стоять стол, поставим его вот так вот. То есть, ну, это не принципиально, пока так стоит. И тоже неплохо, тоже хорошо. Вот такая вот красота. Я пришла на 2-й этаж помогать что-то делать. Это уже прогресс. А Толя занимается тем, что зашивает вот эти вот балки. Видите, одну сторону зашил. Теперь самое сложное вот здесь вот. Видите, он их выравнивает, чтобы были они аккуратные, потому что они супер-мега кривые. Вот если вы посмотрите, видите, как она идет буквально волнами. А еще, видите, она идет не прямо, а под углом. То есть он все это вымеряет и зашивает гипсокартоном. Ну, а еще он зашпаклевал все стены, сделал везде, видите, откосы, все зашпаклевал. Все сделал красиво. И зашпаклевал уже эти кукушатники, как мы их называем. Теперь они мега-супер красивые, ровные и аккуратные. И с этой стороны тоже. Осталось их затереть. Ну, всякие вот эти вот выпуклости. Их затереть. А потом Толик будет выводить розетки. С двух сторон розетки у нас есть. Наши, которые мы покупали. Самые обычные, 2 двойные. С каждой стороны будет, чтобы телефон заряжать. И, может быть, светильник мы поставим. Я еще не знаю, что будет. В общем, 2 двойные. У Толи новая приблуда. Как она называется? Новый инструмент. Это? Аккумуляторная болгарка. Вот такая. Vortex. Фирма. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот фирма.
Вот такие тут приблуды. Короче, типа классно, типа вообще супер мега гуд. Толик вот разбирается. Да, Толик? А для чего она? Резать, пилить, пилить и резать. Да, у него была тети, но вот теперь... Что у него было тети? По тети. А, тети. Да. А теперь с аккумулятором. А теперь с аккумулятором будет, да. Вот. Так что новый инструмент для стройки. В наш дом. В наш дом, да. Вот такая вот штуковина. Ладно, Толик сейчас посмотрит, разберет и потом даст свой честный отзыв, да? Я не профессионал, поэтому... Заказывали на сайте 7745. 2 года гарантии. Такая вот фигня. Зарядка, аккумулятор, а это типа ключ. Да. Видите, я могу, умею, практикую. Ну, включай. Еще диск надо, да? Ну, диск поставлю. Диск обычный? Да. Ну вот, дай мне показать людям, как выглядит. О, так оно тяжёлое. 1,6 килограмма. 1,6 килограмма. Как это можно положить? Не знаю, как его положить. В общем, вот так вот. Смотрите, классная штука. Тяжелая, можно качать, вот если надо. Можно применять не по назначению. Вот такая вот штуковина. Ну, то ли рад, то ли нужно было. Мы его все поздравляем, да, Толь? Да, не успела. Ну что, что вы скажете? Все, шик и блеск. Блеск и шик. Нормально? Порезали уголки, конечно. Что еще можно порезать? Так что еще порезать? Не знаю. Не знаю. Можем электричество, да, чертануть. Да, наше. Ты что, это новая лампочка, новая люстра, только купили. Шикарно. Ух, зер, машина. Все, этот момент закончен. Всем спасибо. Всем спасибо, все свободно. Что делать? Ставить лайки. Лойс, пиписка, до свидания. До свидания, да. Он блин. Ну вот и все. Вот такой вот был наш новый выпуск. Куплено много чего, ну, лично для нас много чего. Много чего делается, а еще будет делаться впереди просто куча-куча всего. Спасибо всем вам огромное за поддержку. То, что ждете мои видео, пишете мне. Мне это очень-очень приятно, я рада. Мы постараемся выпускать чаще, но так как ремонт — это дело серьезное, очень затратная энерго и финансово, поэтому все идет так, как идет. И этому мы тоже рады на самом деле. Вот, я вас всех люблю. Ваша Лена Фрост. Спасибо еще раз за поддержку. Я очень счастлива, что все так получается. Всем пока-пока. До новых встреч. Видео будет следующее. Правда, не знаю когда, но оно будет. Все. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Let it go.